В 2016-м выборы думские прошли в Мордовии успешно. Однако в этом году желающих высказаться за или против больше. Об этом официально заявили в Центризбиркоме республики. Если тогда по состоянию на 15 часов проголосовали чуть более 50% жителей региона, то сегодня цифра перевалила за 55%. Явка более высокая на это время. В Атяшевском районе 75%. Также высокая в Качкуровском районе 75%. И в Дубенском районе 72,9%. Активно голосуют и жители Саранска. Особенно ответственно к процессу подошли в Пролетарском районе. 51% избирателей по состоянию на 15 часов поставили заветные галочки в бюллетенях. Специалисты говорят, высокая явка объяснима, и погода не подвела, и садово-огородные работы многие завершили. Еще такое обстоятельство достаточно важное. Муниципальные выборы проходят же у нас в республике. Ну, в масштабе Мордовии, может быть, они и не такое большое влияние оказывают, но на общую явку, ну, это тоже такой определенный вклад, потому что эти выборы вот для тех местностей, для тех локаций, где они проходят, они важны. Потом я бы еще вот такое обстоятельство выделил, это голосование по месту жительства, но оно в какой-то степени упрощает, ну, не сколько упрощает, сколько вот меньше человеку манипуляции надо с документами делать для того, чтобы, так сказать, он вышел из своего дома и дошел до избирательного участка. В ЦИКе отметили, на избирательных участках не обходится без неприятных моментов, говорят, наблюдатели провоцируют. Например, там был вопрос, не дали ознакомиться, считает, например, наблюдатель, там, что со списком избирателей, хотя имеет право, например, с правом совещать, но голос наблюдатель, но визуально, да? То есть, ну, такие нюансы, когда всякие вопросы возникают. Всякие вопросы в ЦИКе обещают детально изучить, а задавать вопросы эти могут не только наблюдатели, но и жители республики по телефону горячей линии Общественной палаты Мордовии по телефону 24 64 16, вплоть до 24 часов 10 сентября. Дина Мустаева, Юлия Прунова, Владимир Ильин и Валерий Балаев. Наши новости.